Сегодня мы будем готовить плов под новой крышкой-похудейкой паровой. Для этого нам понадобится морковочка, лук, мясо любое. Можно курицу, можно баранину, можно свинину. Стакан риса, стакан воды, чеснок и приправка. Готовить мы будем в 3,5-литровой емкости. Прежде чем обжаривать мясо, мы ее нагреем до программки мяса. И на шестерочку. Пропищал наш сторож. Выключаем. Открываем емкость. И мяско выкладываем. Плотнее друг дружку, чтобы все поместилось. Мы обжариваем мясо 2-3 минутки с одной стороны, потом переворачиваем. Даже чистой корочки, видите? Добавляем лучок. И морковочку. Можно добавить чеснока для вкуса, обжарить его слегка, кто как любит. Еще минуты 2-3 обжариваем. Посолили слегка и мясо, и морковку, перчика немножко. И закрываем крышкой, дадим немножко поджариться. Все потушили, теперь добавляем рис, стакан риса и стакан воды. Закрываем крышечкой Easy Quick, включаем сторож, выставляем время 4 минуты, ловим программку пар и переключаем на автомат. Наш постоял 20 минут, мы выложили на такое красивое блюдо, которое вы можете получить за презентацию с 3 парами в любом городе Германии.